Поехали. Добрый день. Мы находимся в городе Зальцбург, в стране Австрии замечательной. Первое впечатление об этом городе – это кристальная чистота. Как на улице, так и в вокзале. Извините, Илья, а могу я задать вопрос? Да. Неужели здесь чище, чем в Минске? Вы знаете, где-то, может быть, и не чище. Но здесь даже воздух иной, понимаете, это может большая разница, разительная, я бы так сказал. Надо сказать, а в Зальцбурге очень важно упомянуть о том, что здесь наибольшее количество музыкальных фестивалей проходит в Европе. И в данный момент проходит очередной музыкальный фестиваль музыки барокко, Иоганна Себастьяна Баха, также Шульца. Композитор такого есть, немецкий. Ну, в общем, мы когда узнаем и все увидим, вам обязательно расскажем. А так, я до последнего момента не знал, где находится Зальцбург, честно говоря. То, что находится в Австрии. Ну, не позвольте уже. Почему? Это грех не знать. Ну, вот именно, это грех не знать. Грех не знает. Но если даже я не знаю, то я же сейчас узнал. Да, ну, представляешь, как ты нагрешил только что. Это кто не... Кто не грешит, тот не пьет шампанского. Да. Или вина белого, которого да нет, ты покупаешь кто немерное не пробует, количество. Тот не ошибается, понимаешь? Да. Поэтому это нормально, делать ошибки и это признавать. И у нас здесь да. Не вселенский суд. Вообще красота у нас замечательная. И горы такие. И солнце жарит, между прочим, конкретно. Да. К сожалению, тут, ну, и к сожалению, и к счастью, тут действительно жарко. Юбка. Очень. За 30, я думаю, правда? Да.